Вообще Юпитер очень хорошо относится к Венере. Да вообще я заметил, что он очень любит чувственные планеты, эмоциональные. Так как абстрактники и люди, которые обладают эмпатией, они легче доверяют учителю и мастеру. И они легче понимают философию, потому что у них логика не является базовой, ну, в их понимании мира. Понимаете, почему Юпитер любит Венеру или Луну? То есть, если это будет Меркурий, да, или тот же Сатурн, который уцепился, да, за свои какие-то догмы, то Юпитеру очень сложно будет работать с этим. Поэтому Юпитер в Козероге и падает. Мы про это поговорим. Именно поэтому, находясь в близнецах, он теряется в направлениях, и находясь в Деве, становится суперрациональным и невосприимчивым к философии. А Венера как бы вообще нормально. В принципе, и в древних трактатах Шукра, да, это демон, он вообще с таким, как сказать, с таким чувством долга, с таким проникновенным желанием приходил к Юпитеру. И это был один из любимых его учеников, Шукра. Ну вот, то есть мастер очень любил этого демона. Демоническое существо, получается, хорошо развивалось, потому что этот демон всегда выражал свои чувства естественно. Он не лукавил. Он делал все от интуиции. Ну, понятно, что он там и чудил тоже. Но, по крайней мере, знания он воспринимал легче. Вот. Понимаете, в чем логика? Почему вообще, да, Юпитер с Венерой лакшери? Ну, потому что Юпитер не всегда отвечает только за знания и учителей, он также отвечает за... А так как Венера Юпитеру напоминает о том, что... Знание это, конечно, хорошо, но красиво преподнести знание это еще лучше. Быть духовным здорово, а знаменитым еще круче. Вот ты духовный, а теперь, если ты дашь свое знание, ты еще и будешь знаменитым благодаря этому. Получается, Венера дает такого шика Юпитеру, и он развивается еще быстрее. Поэтому ему комфортно в этом соединении. Но сами весы, знак, конечно, сложный. И, ну, мы понимаем, да, что весы их постоянно мотают в разные стороны. Им очень выгодно изучать философию, именно потому что как раз в философии есть вот те самые крайности, которые любят весы. Настоящий мастер, вот знаете, как отличить настоящего мастера от ложного? Он говорит противоречивые вещи, в которых есть какая-то общая линия. То есть он может говорить полную противоположность, в которой будет единение. Если учитель выбирает одну из сторон, это значит, что он очень догматичен, фанатичен и приведет к этому своих же учеников. Поэтому занимание одной стороны – это уже... качество интеллекта. Это не качество сердца, души, которые сами по себе абстрактны. Поэтому весы дают полное разнообразие в мышлении. Никаких границ они не создают. Можно из крайности в крайность, да, вот это все испытывать. Но весы тоже обладают таким свойством все-таки какую-то из крайностей выбрать. И Юпитер, он, если человек его слушает в этом соединении, то он, конечно, выберется. Но если у человека все-таки Венера сильнее, то он будет постоянно изучать знания, чтобы просто получать разные эмоции, но при этом он не будет расти. Знаете, вот я это называю видом наркомании. Когда вы читаете какие-то книги, которые вас вдохновляют,
Вы делаете медитации, которые вызывают чувства, но при этом сами вы не меняетесь. Да, у меня тоже есть такие положения. Вот у меня Луна в Раке, она хочет удовольствия и разных опытов. А Меркурий в экзальтации мне говорит, давай-ка подсмотрим, подсчитаем этот опыт. И что у нас в сухом остатке, что он дал. Вот здесь нужно понять сухой остаток. Вы прошли курс, вы прослушали мои прямые эфиры там, не знаю, что еще, что-то прочитали. Сухой остаток от этого. Что конкретно поменялось? Вот вы работали в магазине, продавали одежду, вдруг у вас стало больше покупателей. Это хороший результат. Да, или у вас болела шея. Она вылечилась. Не просто перестала болеть, и вам нужно постоянно ходить куда-то, чтобы она не болела. А именно вы ее вылечили. Вот это сухой остаток. Получается, Венера, она этого не ощущает. Вот весы, они просто хотят опытов. И когда они впадают в определенную депрессию, ну, например, весы, вот они могут жить абсолютно двумя параллельными жизнями, которые несопоставимы. Да, в точку прознания удовольствия Питер Веса. То есть, например, весы, которые посещают работу, которая им не нравится, живут в отношениях, которые им не нравятся, они параллельно развивают другую параллельную жизнь, да, в которой они там медитируют, что-то изучают, знания какие-то. И там они в кайфе. И там вот у них рай, а вот здесь у них ад. И вот между этими двумя мирами эти знаки живут. И это, кстати, свойственно именно знакам воздуха, стихия воздуха. Часто так могут делать близнецы, водолеи в том числе. У них тоже есть такая склонность, но меньше, чем у близнецов и весов, насколько я вот замечал. Ну, там все-таки сатурнянские вот эти дела дают водолею такую природу, что его сложно заточить где-то, да? Вот. А вот весы и близнецы, они податливые. О, все так и про меня, про два мира. Ваша задача объединить эти два мира, найти какую-то точку между ними и послушать свой Юпитер. Все-таки вы должны эти знания как-то реализовать. Ну вот. Иногда выпадаю в вымышленную реальность, если затык в реальности. По сути, с вашим положением вам нужно быть очень осторожным с книгами, со всякими течениями, учениями, потому что вы чувственно привязываетесь к этому опыту и просто наркомански хотите еще раз его испытать. Но толку в этом никакого. И особенно для вас опасны книги, в которых описываются вот эти райские гущи. Что вот, да, мы здесь живем, но потом мы попадем на райские планеты. Или вот, через время, когда ты загадаешь себе это, придет чудо, ты постоянно находишься в этом ожидании. Или тебе пишут, что если ничего не делать, но правильно мыслить, все придет. Вот всякие такие вещи. Да, цели нужно ставить, нужно формировать свои желания. Но почему у одних людей они сбываются, а у других нет? Их отличают два пункта. Те, у кого сбываются желания, они, во-первых, сами по себе очень работоспособны. И они, в принципе, много чего делают. И даже если у них не получается вот в этом направлении, благодаря тому, что они просто затратили туда какую-то энергию, у них все равно будет обратная связь на это действие. Во-вторых, второй пункт, да, это, ну как вам сказать, это количество энергии. То есть, если вы загадали желание, на которое у вас нету энергии, то оно для вас будет просто смерти подобным. У вас просто, ну как понимаете, нету ресурсов для него. Поэтому люди, которые энергичные, которые держатся в тонусе, они действительно могут загадать желание, и оно реально из воздуха к ним придет. Но если вы не в тонусе, если у вас там меланхоличное настроение, и вы ничего не делаете, то природа, она позаботится о вас и сделает все, чтобы это желание не сбылось, иначе у вас будут просто проблемы потом. Вам придется отдавать из других ресурсов.
Вот. Понимаете, да, какая схема? И получается, мировоззрение тут таково, что здесь нет никаких границ у весов. Вы можете действительно представлять любые образы. Они могут сбываться. Но, естественно, здесь вот нужны, да, вот те самые два пункта, которые помогут вам в этой реализации. Учителя вам подходят яркие, красивые, которые красиво говорят, которые имеют статус в обществе. Вот, там, инстаграм-блогерши какие-нибудь, которые уже там миллионы просмотров достигли. Понимаете, тут как бы учитель не обязательно будет каким-то просветленным, он может быть просто медийным. Вот, я думаю, у вас сейчас много образов созрело в голове, кто это может быть. Вот, сейчас таких много у нас в Инстаграме, в принципе, учителей. Вот. Ну, профессии, конечно, здесь подходят, где вы коммуницируете с людьми, с людьми высокопоставленными, да, это сегмент бизнесменов, лакшери, которые тоже стремятся к статусу. Вы можете продавать им интересную информацию с таким Юпитером. Вот. И вообще, в принципе, по Венере вы очень коммуникабельны. Да. Пишут. Учусь у тебя, Макс, по-моему, про учителя совпадает. Ну, у меня, правда, Венера в падении. Ну, наверное, наверное. Ну вот. Поэтому апогей, да, вот такого высшего проявления, наверное, это высокий статус, и это умение зарабатывать деньги и при этом балансировать себя практиками. То есть, где вы не выбрали ни одну из крайностей, где вы изучаете разные знания, весам обязательно нужно изучать разные направления, ни в коем случае не одно. Иначе вы там застрянете. То есть, что-то прочитали, примите другую точку зрения. И такой человек, естественно, находится в высшей точке своего развития. Дисбаланс – это когда вы застряли на одной какой-то стороне, вы застряли на удовольствиях, на знаниях, но при этом реализация это не дает. Вот. О, Господи. У женатых любовников Юпитер в весах. Интересное у вас заключение. Я не замечал такого. Чтобы понять, ну, что человек женат, и он, ну, там на сторону бегает, для этого надо не Юпитер смотреть. Там нужно посмотреть связь седьмого дома. Есть там связь с пятым, с восьмым. То, что в восьмом еще внутри, и на вамшу. Тогда вы полный. У вас будет полный экскурс. А то вы сейчас сделаете вывод, что Юпитер в весах у всех вызывает измены. Да и то, даже если вы все это найдете, все зависит от человека. Мы же не рабы. Обожаю учителей, но у себя внутри понимаю, что он должен заслужить мое доверие, потому что в этом случае я погружаюсь на 100%. Ну, понятное дело, у вас запросы-то высокие, то есть он должен быть статусным при таком положении. Так, о, это про меня, у меня куча направлений, муж удивляется. А что ему еще остается делать? Вот, фух, это так, я думал, как я вам это расскажу, что там столько всего, еще и весы. Но я надеюсь, вы разобрались. Я хочу сейчас пообщаться с человеком, который поделится, и мы еще закрепим. Давайте, напишите, у кого Юпитер в весах, у вас есть чем поделиться. И мы с вами еще больше разберем эту тему глубже. Большой кайф от разнонаправленности, потому что видишь, как все связано. Да, увидеть суть одну в разных направлениях, вот действительно в этом и есть задача весов, то есть Юпитера в весах. Как и Юпитера в близнецах. У меня тоже положение Юпитера в близнецах, и я действительно синтезировал разные знания. Так, окей, давайте у меня. Ну, я надеюсь, что у вас хорошая связь, Полина. Привет, привет. Ой, привет. Да, вроде нормально. Полина, да, зовут? Да. Как у тебя фамилия?
Фролова. Фролова. Подожди, так ты у меня должна быть, да? Нет, я не думаю, но я на обучении сейчас, поэтому вряд ли. Ну, нет, да? А, ну ты у куратора. Так. Окей. Скажи, когда ты родилась? 3 сентября 1994. Красногвардейская, Ставропольский край. Во сколько? 12:42. Так, Красногвардейская. Только ты там Ставропольский. сильно не перемещай. Да, не перемещайся, а то я переживаю за Не, связь. я все, я вот как раз место нашла, чтобы устроиться. Клево. А что ты в маске? А я в торговом центре. О, И у меня простуда на губах, и понятно. все. Ты скорпион, да? А вот вообще, ты поставил 3 часа или 4 часа? Ты скорпион, да? Ну вообще, как бы, у меня две карты, и по идее, в одной я скорпион, в другой я весы. Но мы Да разобрались на... что ж такое? Ты тоже очень жестко тормозишь, пипец. Я вот не знаю, получится у нас, нет? А сейчас все нормально, Притормаживай. я тебя очень хорошо слышу. А ты заикаешься сама по себе. Да? Блин. А я тебя очень хорошо слышу. А Ну, сейчас вроде был давай я тебя... получше. Давай я выйду на улицу. У нас не холодно, у Так, нас еще раз лето, скажи, все. ты скорпион или нет? По одной карте я скорпион, по другой я весы. Вот Но как это по бы... западной, да? Нет, по ведической. Если ставить 4 часа часовой пояс, то я весы. Если ставить 3 часа часовой пояс, я скорпион. Но при этом у меня не меняется Юпитер и Венера с Раху, просто меняются дома. В общем, это все я хотела выяснить, поэтому... Вот. Я не заикаюсь. Все хорошо, меня слышно. О, у меня наушник отключило. Сейчас вроде нормально. А меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Супер. Я буду к тебе прислушиваться, потому что у меня вырубило наушник, и тебя стало очень... Ну, это из-за... Что-то как-то с эфиром происходит сегодня, энергии какие-то. Так, ну я думаю... А ты... Проверим, скорпион ты или нет. Тут смотри, если скорпион, то у тебя по Меркурию... Ну, знаешь, чисто технические соединения, IT, финансы. С другой стороны, по Юпитеру ты консалтингом, обучением занимаешься, кстати, можешь консультировать, но это Да. Юпитер где-то. Ага. Вот, но у меня просто сейчас вот такой момент, что вопрос с картами. То есть если ставить 4 часа по часовому Нет, ты поясу... не ответь на вопрос. Мы сейчас тебя Да. ректифицируем. Поэтому я как бы либо весы, либо скорпион, но у меня при Нет, этом... мне это не нужно знать. Мне нужно знать, кем ты работаешь, какое у тебя образование. А, я вообще фармацевтическая у меня, высшая фармацевтическая. И Фармацевт. сейчас я работаю... Да, и я сейчас работаю менеджером по продажам медицинского оборудования. То есть консультация, продажа и активное такое, ну, консультирование во все стороны. Но с Фармацевтика, медициной. отлично. Ну, тогда это, знаешь, у тебя почему-то тут часовой пояс очень странный. А вот поставь Тут уже... 4 часа. Поставь 4 часа, потому что в 1994 году менялось время, и в момент моего рождения менялось время. Поставь 4 часа. Да, я сейчас проверил, просто я еще проверяю чисто по профессиям. Но если говорить про фармацевтику, то все-таки это больше Марс с Венерой. Там у тебя вообще какой-то финансист и айтишник. Не Ненавижу похоже. финансы. У меня... Ну, у тебя здесь как бы есть вот эта Венера, Марс более-менее как-то я еще могу. Ты там управляющую должность? Ну, территориальный менеджер по Москве. Ого, ну да, ну, тогда да, тогда получается, что ты, слушай, ну тогда знаешь что, мы с тобой, конечно, здорово общаемся, но у тебя Юпитер в Раке, а не в Весах. Как в раке? Ну так, я правильно набрал? 0,3 Ноль сентября? девятое, 94-й. Подожди, подожди, сейчас я кое-что...
А Красногвардейская, смотри, там просто есть Питер, а есть Ставропольский край. Сейчас, я тут кое-что подправлю. Сейчас. И время, да. 12:42. Да. Все, я сейчас подправил, у тебя все, слушай. Ну смотри, 90, у тебя получается какой год? 4-й, 94-й. 94, все верно. И 3 сентября. 3 сентября. 3 сентября. У тебя, наверное, на день рождения Шуфутинский играет, да? Меня все поздравляют с него, начиная. Да, повезло. Короче, да, у тебя Марс действительно дает эту фармацевтику. Марскету это, кстати, такие, знаешь, сложные соединения, ну, в плане, знаешь, исследовательские. И да, Юпитер действительно у тебя в весах, в первом доме. Ну, когда в первом доме, то люди очень такие, знаешь, морально высокого плана. Несмотря на Раху, ты, наверное, больше Юпитер слушаешь. И получается, вот мне интересно понять твое мировоззрение. У тебя действительно по Юпитеру в весах бывает, вот, что жизнь делится на вот эти две категории работы и есть какой-то свой параллельный духовный мир. Ну, с тем, что я люблю изучать вообще, в общем, про разнонаправленность я открыла недавно для себя, что мне нравится изучать все, при этом иметь свое какое-то мнение и находить вот такие параллели, связывающие линии вообще, ну, в принципе, во всем. Но бывает такая ситуация, что когда в жизни ничего не происходит, а мне нужен постоянный какой-то, ну, как с учителями, теми же интерес, чтобы вот прям глаза горели. Начинается формирование параллельной реальности. И типа вот на работе такой человек, а у себя дома в параллельной какой-то реальности вообще, ну, другой человек. И Медитации, да? да, ну, медитации я практикую, но не классические, типа я не сижу там, а просто я стараюсь их выхватывать, ну, как бы, не знаю, свой такой вид медитации стараюсь выхватывать на лету. То есть, если я на работе, я так выключаюсь в моменте и погружаюсь так в себя на 5 минут и опять выплываю. И у меня как бы переключение идет какое-то. Ну, мне интересно, вот получается, что ты изучаешь разные знания, находишь там одну нить. То есть весам нельзя застревать на одном. У тебя был Да. момент фанатизма, либо ты получала какое-то удовлетворение от знаний, но при Конечно. этом не было никаких А, опытов нормальных. я была неофитом, прям жестким. Я когда начала изучать, ну, то есть, как все крещеные люди, мы православные. Это Но кто такой? неофиты — это люди, которые во что-то очень сильно уверовали и, короче, ходят теперь с вилами за всеми и пытаются всех обратить в свою веру. И у меня было так с религией, действительно, я начала изучать углубленно, то есть у меня прям такое произошло погружение на максимум, и фанатизм, развился фанатизм. То есть я ходила и всех вокруг старалась обратить в свою веру как сектант. Вот. Но с тем учетом, что, ну, то есть вот вступала в споры, прям отстаивала, находила каких-то людей, которые со мной не согласны, начинала их вообще перерабатывать. Вот, то есть у меня был такой момент, да, с изучением, погружением, фанатизмом, но я поняла, что если я здесь останусь, ну вот только здесь, то ну, все будет очень плохо, развернется. Мне нужно еще что-то новое поизучать. Так я ушла в астрологию, то есть начала здесь находить какие-то параллели. И вот так потихонечку, потихонечку начала изучать вообще другое. Но это если связано с религией. Я Итак. помню, и сейчас ты просто вспомнил, мне по домофону как-то, знаешь, была очень плохая погода, представляешь, пурга, снег. И мне в домофон кто-то позвонил, я не помню, мне в домофон такой голос: «Здравствуйте». Я говорю: «Дуба». Сейчас слышно, да? Так, тебе по домофону позвонили, ты говоришь, здравствуйте. Ага, мне женщина говорит: «А вы чувствуете себя счастливым?» Я такой думаю:
Ну, вроде да, я вот только что поел, вообще замечательно себя чувствую. Она говорит, а ваша семья счастлива? Я говорю, ну да, я думаю, да. Она говорит, а вы знаете, что счастье находится в Иисусе? Я такой думаю, какой резкий переход. Это неожиданно. Я говорю, не, я так не считаю. Она говорит, а почему вы так не считаете? Я говорю, ну потому что, когда я читал Библию, Иисус так и говорил. Не ищите счастья во мне или в Боге, вы сами есть Бог. И все. Короче, разговор закончился. Ну, то есть, они там выхватывают какую-то часть, которая им нравится, и они с этим бродят, короче. Но удивительно, но я просто читал Библию, и они сами как бы вроде бы... Я вот, короче, заметил в фанатиках такую тему, что они фанатеют от того, чего нету там, ну, как бы в этом знании. И он вроде бы кажется, что он фанатик из-за того, что он Библию прочитал, но нет. Он взял оттуда то, чего нет. Он, короче, взял и просто перепрограммировал это. Иисус никогда так не говорил, что во мне есть счастье, я есть там любовь. То есть он много вариантов предлагал. Поэтому мне всегда это было странно. И я понял, что они абсолютно не заинтересованы в вере. Они не заинтересованы в Иисусе. Они просто ищут такое место, где бы они могли проявить свою шизофрению. И православие, и вот все эти направления, кришнаизм, там, не знаю, что это они как бы, они просто вместилище. То есть там есть эти люди, но это не значит, что само направление, оно какое-то неправильное. И я, у меня прям какое-то осознание произошло, что если ты алкоголик, то ты ищешь бар. Но не те же бары, они с драками. Есть приличные бары. Но ты можешь прийти в бар, где все до усрачки напиваются и начинают друг друга мутузить. Так же и здесь. Ты знания изучаешь, ты можешь прийти, и там вы просто пообщаетесь. Но если ты как бы прям нормально заряжен, то ты придешь туда, где просто будет, ну, психиатрическая клиника. И это люди, которые должны найти подтверждение своей крайности. И вот эта Венера, это какой-то вид оргазма, да, наркотического, от того, что человек постоянно проговаривает это знание, читает его, и в итоге у него получается деградация происходит полная. Ну, он начинает говорить, что я принимаю всех, я люблю всех, моя жизнь счастье, моя жизнь любовь. А все его сознание, видите, полностью понимает, что это бред. Он пытается как бы себя убедить, а у него внутренняя нецыковка происходит. И он впадает в какой-то интересный вид депрессии, при котором ему нужно постоянно уколоть себя этим знанием, ну, как бы Венеру зарядить. Поэтому я всегда говорю, что когда у вас Юпитер связан с Венерой или с Луной, вы находитесь в очень опасном положении, и вы можете подсесть на эту иглу. Если когда Юпитер связан с Меркурием или с Сатурном, да, эти люди сложнее понимают знания. С ними очень тяжело, и Юпитер не любит с ними работать. Они очень тугодумные, и потом они наконец поверят. А Венера с Луной, они легко воспринимают знания, но они верят сразу. Им это проникает в сердце, проходя все уровни интеллекта. В итоге интеллект просто отсутствует в этом плане. И все, и приходит как бы капец. Вот эти райские планеты, это вот все для вот этого. Ну, я могу, знаешь, что сказать? Ты просто затронул такую тему. Я для себя определила, что я разрешаю, ну, типа, вот не про любовь ко всему, а, я не знаю, наверное, это проявление Юпитера, такого небольшого моралиста. Ну, то есть есть такое любовь к морали, прям, типа, какой-то Да. правильности. Но когда человек делает что-то неправильно, который со мной находится, у меня включается такое, типа, как так? Ну, ты же знаешь, как правильно, почему ты не делаешь? И вот я пришла к тому, что нужно всем все разрешать. Ну, то есть разрешать тому, что он придурок, там, ну, извините, там, разрешать кому-то делать неправильно. А мне при этом, ну, как бы абстрагироваться от этого, это не я, это человек, но я ему разрешаю. Он, видимо, так живет, ему так нравится, я разрешаю этому быть. Просто не брать это все в расчет. А раньше было такое, как так? Ты же знаешь, как правильно, почему ты не делаешь правильно? Ты же знаешь. Вот поэтому. Ну, так как мы в дуальном мире живем, я как раз разделил тоже вот эти понятия. Ну, Да. если взять Юпитер,
за то, что это какая-то высокая мораль, это душа, а Венеру прочувственное что-то, непостоянное, то я, когда смотрю на людей, которые мне неприятны, я осознаю, что на уровне души я его люблю, и мы с ним как бы из одного материала созданы. Но дружить я с ним не буду. На уровне ума я не приму этого человека. Я не хочу тратить энергию на то, чтобы его принимать. Потому что я не вижу как бы рациональности в этом. То есть получается, мой ум уже его не примет. Есть на уровне флюидов непринятие некоторых людей, потому что у них другой химический состав. Да. Знаешь, бывает, человек ничего не сделал, а он тебя просто бесит. Да. Ну, это как у животных, это нормально. Да, да, да. Поэтому это невозможно изменить, это будет всегда. Поэтому ум, он реагирует. Но когда ты как бы к душе обращаешься, конечно, но душой тоже нельзя жить все время. Ты сойдешь с ума, если жить, например, через состояние души, что, а состояние души — это бесконечный поток и любовь, то можно просто, ну, как сказать, попасть в психушку, потому что наш мир, он состоит именно из восприятия души и ума. Поэтому эти области, они постоянно переключаются. Где-то включается душа, где-то ум. И я понял, что не нужно стремиться к тому, чтобы была только душа. То есть, если ум отключить, то человек сойдет с ума. И вот многие течения, они настроены на освобождение. И это очень опасно, потому что люди хотят все время оставаться в состоянии сердца, души, потока. Но мы не живем в таком мире, который мог бы нам предоставить такие условия. Если ты в таком состоянии выйдешь на дорогу, или, не знаю, не дай бог, там, ну, понимаешь, когда вот произойдет что-то, где нужно включить интеллект, а ты будешь такой смотреть и улыбаться. Да-да-да. Травмоопасно. Вот в этом и проблема. Травмоопасно. Но эти состояния настолько приятны, что когда ты хотя бы раз это испытал, ты хочешь еще раз и еще раз. И у меня такое было, когда я к мастеру приезжал, после него у меня были состояния бесконечного потока, любви ко всей Вселенной, и меня настолько выносило. Но когда ты в ашраме живешь, когда вокруг нет опасности, это нормально. Ну, ты такой ходишь, там, вокруг вегетарианцы, нет телефонов, никто не курит, не пьет, то там, да, идеально. Но когда ты приезжаешь в Москву, ну, сложно. Если ты там едешь по МКАДу, вот это чувство, если оно тебя посетит, ты просто попадешь в аварию. Да. Это стопроцентно. Да. Поэтому... Но у меня Меркурий экзальтирован. Поэтому я не боюсь. Меня это спасает иногда. Вот это вот эйфорическое состояние и любовь ко всем, ко всему. Она иногда, типа, от Меркурия, подожди, тормози. Подумай. Ну, мне кажется, что нам нужно просто полюбить свои негативные состояния. Полюбить их, просто понять, что это часть нашего существа, и наслаждаться в раздражении. И когда вот это происходит, тогда ты не пытаешься выбирать какую-то модель, тебе просто все время по кайфу. Ну, то есть ты не зависишь от хорошего и плохого настроения. То есть оно хорошее, окей. Оно плохое, но в этом тоже есть какой-то кайф. Ты обиделся, раздразнился. Это демоническая энергия, ее нужно уважать. Особенно раздражение и гнев. Почему вот в ведической культуре ангелы и демоны, они как на одной ступени стоят, там не выделяется что-то, что типа ангелы лучше. Поэтому люди, которые не принимают свой гнев, они уходят вот, да, вот в это беззаботное ощущение радости. Или в отрицание. И они забирают от себя. Да, они забирают от себя вот эту энергию силы, энергию превосходства, здоровья. Демоническая энергия, которая, знаешь, говорят, дьявольски везучий. Именно дьявол дает везение, а не Бог. Потому что он дает возможность выбраться из сложнейших ситуаций. Или дьявольски красив. Красота — это тоже дьявольская энергия. Вот, поэтому это нормально. Это, ну, и с другой стороны, наоборот, человек уходит от своих хороших качеств и становится негодяем. Да? Это тоже не выбор. Поэтому действительно, здесь вот этот вопрос Венеры, это не подкупить тебя красотой вот этого знания, его сладостью, да, и не обмануть самого себя, потому что вот эта сладость, что ты сейчас будешь счастливый, ты будешь радостный, кайф, вот эти все курсы, которые сейчас, они завлекают людей, у которых вот такая Венера активная, и они прям туда потоками идут, на эту красоту.
Ну, в итоге, естественно, у них изменений в жизни часто не происходит. Ну, я могу сказать, что то ли это Юпитер, то ли это Меркурий, но критическое мышление при этом присутствует. То есть, если просто красота, она может быть как вспышка, ну, то есть я такая, вау, а потом, да не. Ну, то есть, прикольно, красиво, ну, пусть кто-нибудь другой этим воспользуется. Мне важна начинка, чтобы прям было вкусно, с удовольствием. Не только красиво рассказывали, но я такая, вау, я этого не знала, но я это понимала, и теперь я это понимаю вдвойне, я это где-то чувствовала, мне это подтвердили, мне это сказали, и то есть вот чтобы все сошлось, и начинка, и обертка, и потом впоследствии, послевкусие. Ну, самый хороший пример именно соединения Юпитера с Венерой, я думаю, что это Будда. Вот, например, если брать Кришну, то у него больше присутствует Венера, чем Юпитер. Mm-hmm. Он такой был пафосный, иногда казалось, что ему наплевать на людей, он думает только о своих играх. Mm-hmm. Он такой совсем, какой-то был не совсем понятный, ну, понятно, что он очень глубокий, но Венеры больше. А вот если брать про Будду, у него как раз история совпадает. Он же жил в царстве, у него было все, он был сын великого царя. Получается, он жил в Венере, а потом он решил выбрать Юпитер, ушел из этого царства mm-hmm. и начал проповедовать вегетарианство и говорил браминам, чтобы они отказались от того, чтобы жертвоприношения животных делать, и что вообще, в принципе, вот эти жертвоприношения не меняют судьбу человека, ему нужно самому работать. И тогда это была революция. И все государства, которые были в Индии, она еще тогда не... Ну, не была так объединена, ну, то есть там были объединены, но там все равно все было поделено по секторам. Mm-hmm. Они-то знали его отца, и у него были связи, то есть он же царский сын, но он им остается. И они все, вот эти лакшери-сегменты, они к нему прислушались. И он начал вот этих браминов оттуда выводить, да, из этих царств, которые жертвоприношениями пытаются как-то помочь. И он говорил людям, что вы должны медитировать, вам не нужно держать какие-то диеты там. Вы можете просто своим умом, сознанием достичь высот, а не просто держать аскезу. То есть он первый сказал, что аскеза не помогает просветлению. Все тогда думали по-другому, то есть это была революция. И получается, он соединил в себе вот этот Юпитер, глубинное знание, и как раз вот этот лакшери сегмент Венеры, которые приходили к нему, отказывались от богатства, чтобы познать вот эту его истину. То есть он был, получается, и при царе, и был духовным. Но я согласна, что аскеза, она не помогает какому-то просветлению, если это просто аскеза. То есть если ты читаешь какую-то умную литературу и ничего не делаешь, то это просто чтение умной литературы. А если ты что-то делаешь при этом, то ты себе помогаешь. Но вот красотой, я могу сказать по личному опыту и по опыту людей, у которых тоже Юпитер с Венерой в весах, красота иногда даже не то, что не прельщает, а иногда даже отталкивает. То есть, если что-то очень красивое, иногда включается вопрос, а почему слишком красиво? Mm-hmm. Вот. И, ну, вот в таком положении иногда это работает. Но при этом самому хочется постоянно красоту. Видеть, слышать, делать, ощущать. И если... Да, и если ее нет, то тогда, ну, сухость и, опять же, формирование дополнительного мира нереального, потому что там ты можешь сделать все, как ты хочешь, красиво, но по возможности перетаскиваешь все в реальность, то есть какие-то вещи. Ну, критическое мышление, вот он здесь, мне кажется, прям очень сильно вытаскивает. Да, и получается... Визуал очень важен. Очень. То есть, чтобы это было образно, да, Венера — это визуальное восприятие. Красиво, но да. Не супер красиво. Ну, то есть, если не красиво, тоже не катит. Если супер красиво, тоже не катит. Ну, потому что вопросы возникают. Ну и, по сути, если говорить про мировоззрение, то здесь все должно тоже сводиться к изобилию. Венера — это изобилие. Получается, если по Юпитеру ты все правильно понял, да. Значит, Бог дал тебе деньги, красивую жизнь и популярность. Да. Да. У нас же здесь это ценится, на этой планете. Да. Поэтому странно
почему люди думают, что благость это только состояние хорошей души, но при этом ты живешь там в четырех квадратах, тебе нету определенного комфорта. Странно, почему он должен быть, когда это самое ценное здесь, чтобы ты жил в хороших условиях, чтобы твои дети жили. То есть мне кажется, что вот слово «богатый», он как раз от слова «бог». Да, То ну есть, так и есть. да. Вот это лакшери-йога как раз, она про это и говорит. Что познавая знания, ты можешь стать богатым, но при этом это богатство, оно все-таки будет помогать людям, а не вредить. То есть, когда ты становишься богатым, ты все-таки помогаешь другим, и если высокомерие, конечно, не победит человека, то пространство даст ему богатство, не повредив его характеру, и чтобы человек был ценным. А когда у человека побеждает высокомерие, то ему дают богатство, но у него забирают возможность получать удовольствие от этого богатства. И оно становится бессмысленным. А здесь еще Ну, потому что почему-то уже... чувствуется отлично карма. Ну, то есть, если ты обесценил даже что-то не очень, ну, то, что тебе там просто так пришло или с трудом, если обесценил, тут же просто ты почувствуешь на себе, что, а, ну, тебе не нравится? Ну, давай без этого. И ты такой, стойте, стойте, Ну, стойте. а что нужна там, где человек слишком привязан? То есть, если, например, то же самое, как в богатстве, мужчина там, ему понравилась женщина, а он ее не любит, и он решает ей завладеть, такое бывает. Он там начинает там отгонять ее каких-нибудь там мужчин, которые ее окружают, дарить ей машины, квартиры. Да не мать, есть же такие люди, которые просто вот, у них это, нету задней корости. В итоге он ее добивается, она его не любит, и когда у него происходит с ней секс, он ничего не чувствует. И То есть отпадает. он получил, так сильно хотел это получить, что он был готов на то, чтобы ну, завладеть ей без ее любви. И в принципе вот здесь абсолютно то же самое. С бизнесом ты занимаешься не тем, что тебе нравится, тебе важны только бабки, да, ты просто, ну, как бы фигачишь, грубо говоря. В итоге к тебе приходят бабки, ты покупаешь эту машину, квартиру, и ты чувствуешь, что ты абсолютно один. Ну, комфорт у тебя месяц продлится, и потом ты ощущаешь полную никчемность и нежелание жить. Зачем вообще так Ну, это все конечно, было? еще дальше работать, чтобы уйти от этого страшного чувства, зарабатывать еще больше. Как только приходит вот это ощущение неудовлетворенности. И человек садится на иглу удовольствия, опять на эту Венеру. Ну, там уже кокс начинается дальше, и все. Поэтому, если человек развивает Юпитер, он понимает, что это бессмысленно тратить полжизни на это, когда ты даже не можешь получить удовольствие. То есть ты хочешь играть в баскетбол, а у тебя нет рук. То есть это настолько просто, но при этом люди они этого не понимают. И как бы, ну, это вот, я надеюсь, сейчас многих побудит это послушать. А я уволилась с работы так, с предыдущим. У меня были прекрасные показатели, но зачем тратить время, если тебе это не приносит никакого удовольствия? И неважно, сколько потрачено денег, сил и вообще ресурсов, если я сейчас чувствую, что я ничего при этом не имею. И исходя из этого, Да. я уволилась с предыдущего места работы, просто вот, ну, так, в никуда, вспышкой, потому что уже поняла такую вещь, что нет, лучше в удовольствие, лучше какими-то другими способами. И дело вообще не в деньгах. Деньги вообще. Я поняла, что деньги это самый легко восполняемый ресурс. А если тебе они Слушай, нужны, они придут. у меня также произошло. Я преподавал вокал, и у меня было огромное количество клиентов, которые за 12 лет накопились. А астрология, консультация это было хобби. Ну, во-первых, я инструктор по йоге, у меня всегда клиенты. Ну, как бы ты йогой занимаешься, они просто постоянно приходят, но ты не воспринимаешь это как заработка. Ну, типа подработка такая. Ну и все. И я потом в какой-то момент помню, что какой-то клиент после астрологии сказал: слушай, я понял, что я вообще. Ну, короче, не туда двигался. Я сейчас все-таки устроился на любимую работу. У меня есть любимая женщина, и я тебе настолько благодарен, я просто прозрел. Я хочу изучить астрологию. Он такой был счастливый. А потом я пришел на вокал, и мне просто мужик другой рассказывает:
Слушай, было круто. Я сходил с друзьями, спел в караоке. Все-таки у меня получилось петь Лепса, как я хотел. Вот. Я там, ну, выпил немножко. Я увидел вот эти вот два разных мира. То есть здесь мой результат заключался в том, что человек спел где-то на свадьбе, либо кого-то удивил тем, что он смог спеть Лепса. Ну и некоторые, которые совета спрашивали личного, я, конечно, помогал им, они решали свои вопросы жизненные, но это был небольшой процент. А здесь у человека жизнь перевернулась. Я думаю, нафига мне это надо, вот слушать, как человек там мимо нот попадает. Вот это вот, ну, как бы, это жесть, на самом деле. Это на психику очень сильно влияет, когда слышишь все время мимо нот, тебе нужно это исправлять, у человека зажим. И в итоге он просто хорошо поет. Ну да, он становится более уверенным, но жизнь-то у него не меняется. И это совершенно другой результат. Я думаю, ну ладно, я отказался, я всем сказал, что все, я больше не преподаю. Я ушел в консультации, но тогда я лишился большого количества денег. Ну, короче, я рискнул, короче, я Но это просто понял, цена, что это... которую ты Ну, заплатил. там у меня не было средств. Я даже залез в некоторые кредиты, но не хотел к этому возвращаться. Все, я понял, что все это конец. И я не могу взять и параллельно находиться в том. Мне нужно было кардинально перейти. Но я буквально там за месяц-два очень быстро создал себе огромный поток, потому что много людей уже прошли консультации, я их там активизировал, они позвали друзей, и все, я выбрался. Но я решил рискнуть так, потому что я понял, что слишком много энергии уходит на вокал, на это преподавание, и я к этому не вернусь. А Я выхлопа буду петь, нет. да, петь то, что вот просто потому, что мне нравится выступать на сцене, но Да. преподавать вокал я точно больше, это все, это вот здесь. Ну, я Вот. тоже пою, и вот с изучением голоса, изучение вообще голоса дало вообще другое. То есть ты прям понимаешь с голосом, как все связано, и как через голос вообще можно воздействовать на себя, на других, в хорошем смысле слова. Ну да, управление голосом, конечно, решает многие вопросы. Поэтому в любом случае преподавание вокала, оно все равно меняет людей. Просто это слишком долгий процесс. Очень. Астрология быстрее. Мне хоть... Ну вот, поэтому да, слушай, здорово. Я надеюсь, что люди действительно пересмотрят сейчас то направление, в котором они. Мы много вопросов подняли, так что я тебе благодарен. Мы выложим это на YouTube. Тебе спасибо. Спасибо. Я рад, что получилось все со связью. Это круто. Вот. Это Так что да. спасибо, это очень круто. Спасибо, Да. спасибо, что пригласил. Спасибо. До скорой. Пока-пока. Пока-пока. Так, ну мы, конечно, да, сегодня прям копнули так, что я уже не помню, про что мы говорили. Мы и религию затронули сегодня. Да, верят сразу, это точно, по Венере пишут. Ну, Рама тоже подходит, девушка. Скорпион маску даже на улице не снимает. Плюс очки. Вы думаете, поэтому скорпион, да? Я понял. Ну, это многим свойственно. Так, окей, ну что, всем спасибо. По-моему, сегодня круто вышло. Двигаемся к Юпитеру Скорпионе. Да. Всем хорошего дня.